Так, привет, народ, это Альвинос, очередной типа стрим. Так, что произошло с прошлого раза? Ну, сделал благодаря подсказке одного моего подписчика Иркмана Diamond Want сделал рецепт. Это вот две палочки. Это что она нам дает? Она дает нам довольно-таки простую штуку. Ну, я тут вот установил бесконечный источник и бесконечный источник как бы этих самых камушков. Вот так берем этот, вроде бы этот дел, да. Вот с помощью его я могу увеличивать себе площадь строительства. В общем, вот ставим вот таким вот макаром, и она строит. В общем, building ванда. Вот, потому что я посмотрел, можно было сделать железную, ну, уж строить так строить, потом вот есть у нас какие-то такие, но это я вообще без понятия. Можно было сделать Building One из Extra Utilities, но немножко сложнее делается. Тут Magic Wood, если кто не помнит, он 4 хп требует из золота. С золотом у меня на время строительства была проблема, у меня их только 2. Вот, раскидал я все свои ресурсики по ящиком. Так, теперь это можно скинуть сюда. Вот, тут я так ничего не доделал. Тут у меня все, что с крафтом связано. Тут у меня еда и растительность. Тут все, что с деревом, даже вот эти все столики. Ну, чтобы я не забыл, тут инструмент оружия. Тут ящик сброса, так как я его называю, или я не знаю, чего пересылать. Вот сюда я скидываю. Вот, теперь покажу, что я сделал. Вот у меня, как помните, здесь было два спавнера. Вот он один, и подо мной вот второй. Вот, сделал я посередине себе проход уже. Во-первых, сделал себе проход сюда. Я тут ничего не собирал, потому что, черт, кто-то забыл инструменты всякие полезные, не очень, чтобы забрать. У нас, кстати, ночь наступает. Во-первых, надо взять этот меч. Я про него как-то вообще-то как-то я про него забыл. Так, топор, вот эту штуку. Вот, так что мне еще надо, но этим я пока использоваться не буду. А, и вот еще можно, в принципе, взять лук и стрелы. Их немного, но они есть. Вот, ну и идем. Я специально там ничего не собирал, потому что, как бы, ну, не то что жалко, ну, хотел это все сделать на камеру. Постройка — это дело нудное, неблагодарное, поэтому я этим и занимался. То опускайся. Занимался за кадром. В общем, построил себе коробку. Вот у нас сбор ресурсов возможен. Так, ресурсы. Алебастр, так для чего нужен, я так и не понял. Так, что еще? Вот. Так, этот я ставлю. Этот не пригодится. Так, эту можно взять. Что у нас еще? Арбузик. Сухой лед. Его я... Вообще-то, наверное, зря его сбил. Как это он так улетел? У меня же примагничивание должно быть. Вот. А, хотя бы... Ой, ё. Чуть не звергнулся так. Так, ну вы уже слышите, что там творится подо мной. Видите, не всегда она притягивается. Так, ну, саженец будет? Не будет. Так, вот тут можем спуститься, это подобрать. И потерять его, да. Наверное, только кирка на это влияет. Нет, это не возьмем. Так, ну тут почти что все блоки спилил. Можем пойти сюда. Вот. Ага, вот. Дерево. Так, что у нас еще есть? Камень. Вода не надо. Это надо силктачем. Это у меня есть. Хотя лампу... Ай, ладно, разберем. Разберем. Это силктач может. Ай, черт с тобой. Возьмем так. Так. А, вот он, где шерсть. Шерсть я не заметил. Ладно,
Вот она шерсть. Так, ну собираем блоки как бы. Так, этот мы забираем. Это селтачи и прочее надо. Так, тут земля просто. Лава. Да. Кстати, лава мне скоро пригодится. Вот, это собираем. А что такое, блин? Уперся впритык. Так, там, кстати, услышите, что творится. Так, танамит. А это очень пригодится. Так, что у нас тут? Притягивайся. Притягивайся. Тут я, если возьму, то я... Ну, в принципе, не страшно, что плохо. Ну, как-то неохота пока мне с этим заниматься. Вот. И слизь. И где она? Чё, грохнулась что-то куда-то? Так, на эти все силы тачки нужны. Так, в принципе, вот тут можем подойти, подобрать. Вот тут тоже подойти. Вот. Растение. Облом. О, моси, моси мне нужен. Вот. Это, в принципе, не нужен, но можем подобрать. Так, что еще тут полезно у нас есть? Есть контакт тут. Тут уже дальше, наверное, силтачем работать надо, да? Угу. Так, теперь... сколько у меня всякого полезного и не очень. Так, ну, вы тут все равно спавниться будете. Сейчас, 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 подождите. Схожу я вниз, покажу, что я там понимаю. Так, это не тут должно быть. Это дерево, кобблстон. Кобблстон остается со мной. Так, дерево, это... Бул, это животное, айрон. Эти я сюда скидываю. Так, это тоже сюда. Это лазуритик, мосс, это. Все остальное это у нас крафт. Крафт, крафт, крафт. И что, все? Да, остальное у нас все растительного и животного происхождения. Крафт. Это сюда. И вот эти вот штуки сюда, я так понимаю. Да. Вот, теперь идем покажу, как я сделал свою моба-ферму. Конечно, не совсем удачно, но... Ну, в общем, вот две камеры. Тут зомби, тут наши пауки или тараканы, как я их называю. Вот, тараканчики наши. Так, для них берем пайроспект. Они, естественно, у меня тут так. Эй! Вот, один минус, что вот эта вот штука. Так, где ты там? Она не магнитит, она хорошо убивает, но она... Да. Вот, таким макаром тут очень быстро набрать себе всяких ниточек. Ниток набрал, вот эти вот можно шевел тоже в них превратить. Так, дальше. Тут вот у нас даже житель, как видите. О, даже железо выпадает. Кстати, смотрите, твердый опыт выпадает. Да, чтобы его протянуть, надо...
сколько этого опыта. Ух ты. Так. Я здесь сюда, я. Ух ты, у меня все хп пробили. Так. Я поэтому работаю то одним мечом, то другим. И благодаря этому можно собрать весь лут. Вот теперь сейчас тут подойду, начну его фигачить, и он начнет собирать весь лут. То есть можно их комбинировать. Убиваем вот этим, а потом добиваем этим и получаем больше. О. Золотые штаны, два раза ку. Так, кто смотрел кинзадза, тот меня поймет. Ну вот, в общем, такая ферма довольно-таки, ну, не сказал бы, чтобы очень эффективная, но работает. Вот, потом что-нибудь придумал. Ладно, хватит пока. Вот, и что мы в принципе имеем? Так, 61 солид, усы. Ух ты. Смат. Склоут, экспириенция, солицифитер какой-то там. Это что такое? Даймонды какие-то. Ага, еще что из него сделать можно? Я даже не знаю, что из них сделать можно. Так, его, по-моему, можно. Солидифи 5 ванч. Смайл клоут, контрол. If you do not permanent. В общем, эти штуки, по-моему, можно есть и получать, если... А, да, возвращать себе экспу. Так, куда я складываю, кто бы сказал, вот. Сюда, морковка, это... Так, из этого что можно сделать? Зомби-шарм фрагмент. Патроны. Флэш. Флэш. Ну, или как она там называется, так, головы, ну, из голов, что можно сделать? Колючку, вот, что такое, Валентинс блок. Ну, праздник Валентина еще далеко. Так, это не знаю, что такое, ух ты, Void Bug. А, это уничтожает все у нас, это что такое, вот, Iron Plate School. Скайдай, блин, чакай, хрень можно понаделать. Опа. Так, ну, основное занятие, чё, для чего это все затеял. Это, естественно, такое железо даже получили. Вообще приятно. Так, снежки. Ну, пока они мне не нужны, пару штук. Так, это мы положим сюда, не пригождается. О, кстати, можно сковородку испытать. Ладно. Так, Тинкерс меня интересует. Мы так в прошлый раз и не доделали. Тинкерс, да, вот этот вот. Этот надо, его из золота. Ага, значит, мне нужно золото для начала. Это, значит, спускаться вниз надо. Ну, заодно проверим сковородку. 8. Что значит это 8? Я. Бау, бау. Ну, неплохо. О. Во. А, сломалось уже? Ух ты. Так, немножко пофармим. Хотя вот таким вариантом, ну, притягивайся, нет? Пауки там у нас наверху. Ладно, черт с ним, с этим.
Опытом. А, прочность 6. Ну, офигеть, это слабенько очень. Так, где у нас тут золото было? Вон оно золото, вон оно золото. Где еще золото? Золотишко. О, есть этот какой-то. Ладно, меня интересует в данный момент золото. Это не вверх. Вот. Так, раз мне надо золото, это мы скидываем сюда. Оно уже не работает. Так, и вот так. О, золото под носом. Есть. Так, ой, еще аж три золота кусочка можем получить. Так, получить мы его можем. Блин, что-то я очкую прыгать. Так, золото, да, вот тут оно у нас. Так, где мой камень красивый? Так, ну ты иди сюда. Так, а золото мы уж как рисковать, конечно, не будем. Мы его собьем, как полагается. Вот. Так, и по чуть-чуть освобождаем себе пространство. Да, чуть не грохнулся. Сейчас, если быть честным. Так, это сюда. Так, золото. Этот надо. Хочу, хочу, хочу. Так, дальше. Опа. Вот. Иди сюда. Медь. Медь, в принципе, тоже пригодится. Так, что снимаем. Так, иди сюда. Медь в будущем пригодится довольно-таки сильно, надеюсь. Ну, ты иди тоже сюда. Так, вроде бы все, что надо было, я собрал. А, вон там еще редстоун. Редстоун — это ускоритель копания, поэтому я его тоже подберу. Так. Вот, пока не все. Так, хотя, в принципе, это эти можно забрать. Хотя чистить их тоже не проблема. Так, ну кто видит еще золото какое-нибудь? Кстати, там и минеральки есть. Ну, это мы потом займемся. Мне надо шпильку на шелковое касание вначале сделать. Хочу проверить, снимаются ли эти блоки шелком. Так, это сюда, сюда, сюда. Так, мне ж негде переплавить все это дело. Поэтому берем вот это вот все дело. Да. И, наверное, поскольку у нас все как бы тут заварено, вернем нашу. Хотя давайте 4 на 4 ее сделаем. В принципе, что нам мешает ее сделать по-другому? Так, теперь тут у нас будет танк. Да, танк. Тут у нас будет, чтобы мы далеко не бегали, слив и дрейн, этот контроллер. Но тут ставим все остальное, я так понимаю, да? Эти два. И что у нас тут есть? 25 штук. Так, так, так. Так, так. Так, так, так. Запрыгнули. Более такая цивильная печка получится. Что там горит? А, это у нас типа ящик загорелся. Раз, два, три, четыре. Тут еще надо будет. Раз, два, три, четыре кирпича. Ай-яй-яй, мы же прыгаем. Так, один кирпич есть, два таких есть. Что у нас по ресурсам? Санды. Так, во-первых, вот этот сюда, этот сюда. Дальше эту сюда. Это сюда. О, смотрите, она сохраняет топливо. Так, сюда золото. И не хватит, наверное, да? Так, сюда ресурсы.
Дальше губка, это не тут. Песок я взял. Песок и гравий мне надо. Песок, гравий, глина. Глины у меня, как всегда, конечно, нету. Надо взять вот эту лаву. Так, поесть вообще-то было неплохо. Ну, и все, остановилось, да? Топливо кончилось. Я так понимаю, топливо кончилось. Ладно, нате вам топливо. Наберем. Не проблема. Molten gold. Мне его надо сейчас слить. Да? Топливо у нас есть. Она расплавилась. 6 тигантов. Ну, мне только 4 хватило бы, честно говоря. Так. Ага. Давай, 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 давай. 4. Так, и там эмеральд, по-моему, нужен. Ну вот, с 3 блока получили удваивание. 6. 6. Хотя подождите, у нас же в печке есть такая возможность, как плавить булыгу и получать серебрик. Ага, назад я ее, конечно, положу. Ладно, вернемся к начальнице нашей идеи. Так, выкладываем вот это вот. Получаем раз, два, три, четыре, да, золото вернем домой, песок тоже, так, один эмеральд, так, четыре этих и один вот, у нас silk touch, домой, 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 ой, ты ж не тут у нас живешь, тут у нас дерево. Так, это сюда, сюда, губка Боб сюда, сноу, кирпич, это сюда, да? Ух ты, сколько много всего. Так, ух ты, вот этот бутерброд можно съесть. Так, что у нас еще тут есть? Это, угу. Это пригодится, пригодится, силк тач пока мне сюда. Эти вот два... Берем на кирку, наверное, повесим. Таким макаром не повесишь, да? Тогда расставляем столы. Так, тебе подальше. Toolstation тут. Этот вырезка тут. Ящик для штуковин. Этот где он там? Вырезка тут. А тут, в принципе. Свечка стояла. Ну, этот торч. Так. Вот. Вроде бы все сделали. Значит, так. Этот надо. Так. Этот надо. Дальше берем, делаем крестик. Один штук. Блин, зачем? Золото расплавил. Так, крестик надо, и мне надо... А где мои... А, я их одноразовыми делал, да? А, молоточек этот берем, берем. Дальше вот штуку берем. А, железный есть. Так, это у нас как бы тут стоит, да? Вот эту штуку поставим сюда. Идем делать камень. Так, этот камень превращать. Ага. Так, надеюсь, нет, не работает. Виамайнер на эту штуку не работает. Обидно, конечно, но да ладно. Так, разбиваем, получаем гравий. Так, не обращайте внимания, это у меня смс-ки приходят. Что-то там кому-то не имется, все. Забыл тишину сделать, так что... Так, дальше идет у нас песок. Так, песок у нас есть. Половина песка превращаем, наверное... Ой,
Что же я делаю? Так, половина песка, наверное, превратим в глину. Мне по-любому она понадобится, так что чпок, 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 чпок. Вот, сейчас сделаем глину. Берем ведерко. Ну, это вы видели, да? Вот так. Так. Вот. Дальше. Я думал уже сделать сразу. Так, надо мне два куска железа закинуть. Так, глина. Глина две штуки. Закинем сюда. Получить что? О, серебрик получился. Три блока. У меня четыре, так что как раз вот можно отлить. Да. Так, это хлеб. Ладно, перекусим его. Вот. Их можно использовать в качестве этой самой кирпичов. Ну. Вот. И еще один. И мне как раз будет, по-моему, 4 блока. Ну, не так красиво, но... чё? Чё, закончилось? А, ну, чё ты не слилась? Ты за много нажал. Так, сливайся. Вот, так, берем это в дереве 5 этих. Ну, допустим, тут будем залазить. Так, 2, 3. Вот, 4. Один сюда, там меньше все равно видно. Вот, и у нас должна увеличиться вместительность. Так, теперь делаем вот эту вот штуку. Для чего она мне нужна была? А, вспомнил, для чего она нужна была. Так, ложим вот эту вот. Берем два куска железа. Что у меня железо делает? И вот эти вот ресурсы. Раскидаешь везде, потом хрен найдешь. Так, два железа. Ну, я не объясняю, что я делаю, но сейчас поймете. Надеюсь. Так, опускайся. Так, где у нас тут лава? Это лава была. Так. Вот она, лава. Иди сюда, лава. Так, лава сюда. Вот, поднимайся наверх. Так, берем ведро, наверное, еще второе. О, как раз с водой. Делаем кусок обсидиана. Я так думаю. Вот. Правда, я разлил все свои... рассыпал все свои свечки. Да, кстати, у нас F7. Что тут? Вот. Ой-ё. Ой-ё. И наверху, конечно, тоже. Ой-ё. Ну да. Вот, теперь у нас ой-ё нету. Так. Няу-няу-няу. Так, значит, чтобы моя кирка новенькая имела клей, молтен клей, была бы прочная и давала мне обсидиан. Я для этого ложу обсидиан. Для того, чтобы она имела магнит, я делаю вот это вот перекрестие из железа, чтобы она магнетизм имела. Ух ты, всего один нужен. Ну, ладно. Так, чтобы она ломала обсидиан, делаем обсидиан. Это вот стик, деревянная штука. Подождите, а его надо, по-моему, еще превратить в стик. Да. Два вуда надо. Два вуда. Да как это так? Два вуда на одну палочку. Хотя, ну, правильно, кирку там из двух палочек. Так, и сколько нам надо? И, наверное, одного не хватит. Блин, еще один обсидиан нужен, да? Обсидиан, а вот он там висит.
Так. Тем более у меня на подходе уже Crucible. Так, блин, да сдоба, а он может звонить. Один да один. Там, кстати, и криперы всякие могут. И сюда. Вот, так, взяли. Так, F7 можно, наверное, отключить. F7. Вот, так. Делаем еще один кусок обсидиана. Так, ай-яй-яй-яй-яй, сейчас горит моя эта штука. Ну, конечно, молодец. Опять все вылил, да? Не, все держится. Так. Уменьшил я тедин, так что, думаю, вам сейчас оно мешать не будет. Так. Ложим вот это и собираем супер-пупер кирку. Ну, как я думаю, как мне посоветовали. Это у нас на Toolstation, да? Так, кирочка, значит, это сюда, восстановление сюда и вот, кобальт. Уровень кобальт, ну, прочность там Duralibity не особенно, да? Ну, это не проблема, как вы полагаете. Мы можем взять за алмаз обязательно, да, для увеличения прочности. Алмаз 714, 215, 700. Скорость модификаторов меньше. Так, магнетики, диорит, вот экологик. И это восстанавливает. Мне сказали так, что он восстанавливает. Да, лаки. Блин. Лаки. Так, ага. А эту мы переделываем. Переделываем. А, поскольку у нас силк-тач. Только не на этом. Все равно, черт, у меня две одинаковые кирки. Так, что это? Магнетик и Silk Touch. Look. Modifier not be used together with trend look. Или сюда его поставить. Silk Touch могу. Зато падает спида. Да. Что-то я не подумал. Силктач. Для чего он мне нужен был? Вообще-то для земли там всякой или на лопату. Не, однозначно надо силктач вешать на вот эту вот штуку. Да ё-моё, чего я тут мучаюсь? Стик. Так, берем бревна. Ну, повторим чуть-чуть. Так, вот это вот. Берем это, берем разные кирки. Кирки разные важны. Кирки разные нужны. Так, вот палочка. У нас тем более там железо вроде бы осталось. Ага. Вот, железо осталось. Так, эту хрень надо сделать. Сделаем специфические специальные кирки. Каждая для своего дела. Да. Вот. Так, значит, кидаем два клей. Ждем, пока они наплавятся. Так вот, экологикал чпок. У нас тут железо. Или ее железную сделать. Чтоб. Так, железная. Даже не знаю. Тинигонт. Ну, в принципе, сделать такую в любой момент, там можно все поменять, так что это не проблема. У меня задача сейчас будет наколотить обсидиана, я ват хочу. Так, этот льем форму. Я использую все одноразовое с золотом, так как бы не ахти. Вот. Вот она наша кирочка будущая. Так, не это, вот это. Так, кирка. И что мы получаем? Флинт, этот, айрон, что? Эколога, груды, магнетик. Окей. Так, этот ложим. Спид 2.
5 Silk Touch. И армируем все это алмазиком. Ну, алмазы я добуду, так что не переживайте. Алмазы у нас есть. Так, ну, чуть-чуть и спид повышается, да. Все остальное нам как-то по барабану. Так, даймонд. Что тут? Так, тут у нас прокачана фортуна 1. Так, не понял, где я тут смотрю. Вот. Фортуну сюда добавляем. Сколько у нас фортуна? Так. Фортуна. Жалко, жалко. Может, фортуну 2 даст? Так, сколько? 149. Ну, до 80 много, так что... Ну, ладно, повесим, если что, наберем. Не проблема. Вот, теперь имеем на всякое разное и заразно. Так, это надо. Но это пока не нужен. Этот нас, в принципе, и то делает. А у него есть магнитик. Магнитик есть. Этот у нас обсидиан рубить. Это понятно. Так, ведра. Угу. Ведра надо взять. Санд сюда, клей сюда. Сноу берем. Эту, в принципе, она нам пока не нужна. Лейдер, лестница сюда. Гигант-каст. Very fast. Гигант-каст сюда. Так, дерево. Дерево у нас тут вот живет. Эти все остальные блоки берем с собой. Да, это берем тоже с собой. Так, это мы сливаем. Возьмем еще на всякий случай деревянную ведерко. Вот, вот. Это на случай, если у нас ничего не выйдет. Так, ну что, пошли собирать обсидиан и смотреть, так ли все оно приятно у нас, как я думал. Так, во-первых, земля. Есть контакт. Эти. Нет, на это она не действует. Обидно. Так, вода. Значит, кристаллы. Не понял, что... Холдинг не действует. Зато можем взять вот эту вот грибоферму сделать, да? Ай, что-то страшно. Блин, еще не то избил. Молодец. Молодые случаи. Ладно. Ну что, обсидианчики ищем. Первый, где у нас какой-нибудь высота с обсидианом. Вот там что-то вижу с обсидианом связанное. Вон тут обсидиан. Так, вон обсидиан. Для этого мне надо, наверное. Вот так вот подойти. Это все равно упадет вниз. Да? Что-то я не понял. Что-то притормаживает. Стоять. Так, значит, это забиваем, это забиваем. Хотя мы все утачим. Так. Вот. Это иди сюда. Айс, утач. Этот лаки. Этот пофиг чем. Земля пофиг чем. Пофиг чем. Золото медь. Арбуз вот этим. Интересно, силтай сбивает? Судя по всему, да. Камень, ножницы, бумага. И чё? Сильвер ор? Не сбиваешь? О! Опа! А, ты еще живой. Молодец. Так, давай дальше. Silk touch. Так,
Блин, где обсидианчик? Этот силкач. Этим. Это можно просто сбить. Силкач. Чё, переполнен, да? Ну ладно, сейчас освободим инвентарь. Этот раз я уже подготовил. Нет, это не силтач, это вот этим. Опа, дерево. Что под нами? Улей. Forest Hive. Интересно, улей силтачем сбить-то можно? Нет, лучше его мучить таким способом не буду. О! А это интересно. Лава кристалл можно взять. Так, обсидиан. О, кстати. Интересно, тут можно поставить? Нет, нельзя. Так. Где он? Иди сюда. Ты нам нужная вещь. Вот. Вон обсидиан один. Мне надо сколько? 10 обсидиана. Один обсидиан, считай, имею. Так, можно вот там этот взять. Так, это можно взять силктачем. По низу можем ходить. Так, этот забрать. Магнитик у нас есть. О, шерсть. Что такое алебастр? Блин, а для чего алебастр нужен? Гарри алебастр. Так, усы. Алебастр структуры блок. Так, это что такое Digital Grid? Это структура, усы. Либо структуры тир 2, тир 3. Или что вы используете с тир 2, усы? Assembler, click to controller switch retry. Структуры блок 3, усы. Ух ты, структуры блок 3, усы. Для чего вы используетесь? Структурный блок. Так, я вообще дошел сюда. К этой штуке. Эти, раз, два. Наверное, в сумке все. Где камни? Вот они, камни. Ну, заспавнится кто-нибудь и шут с ним. Вопрос. Ответьте мне на вопрос. Зачем я его сбивал этим самым? Не понял, что оно улетело. Так, блин, мне вообще-то обсидиан нужен был. Был быть. О, кстати, там ящик. Надеюсь, не пустой. Надеюсь, я его не видел еще. Так, ты у нас магнитики имеешь, арбузики ко мне. Так. Пустой. Так, что у нас по водяным блокам? Можем проверить, как вы реагируете на силктач. Ну, что вы не забираетесь. К сожалению, нет. Ну, в принципе, тут тебе растекаться. О, золото. Золото. Дороже золота. Так, это подбираем. Угу. Ух ты, сколько воды тут у нас льется. Так, Redstone. Redstone. Да, кстати, про Redstone. Кстати, про Redstone. Так, вот еще один кристалл можем подобрать. Если дойду я до него. Так. Угу. Поршень, и вот этот можно взять. Так, поршень забираем. Пригодятся. Это всякие там двигатели и все прочее делать.
Вот, по диагонали и забираем вот этот тем. О, хорошо. Спасибо программисту, создателю этого мода на кристаллы, который нам помог. Так, кстати, а если вы взять силктач, чем посмотреть, что из него можно сделать? Вот, усы. Ничего нельзя сделать. Но, во всяком случае, можно потом увеличить что-нибудь полезное. Так, кикс телепорт гом. Нет, тут вот. Так, это мы все скидываем сюда. Кстати, я так и ни одного обсидиана не взял. Не добыл. Вот там алмазы, обсидианчик. Ага, можно прыгнуть сюда, потом туда и добыть обсидиан. Так, эти штаны сюда. Бонзай. А, есть контакт. О, блин. Ну, я уж мимо этой штуки пройти не могу. Никак. Четыре алмаза. Эти я сбросить не могу. Так. Ладно, ребята, я, наверное, за кадром покопаю обсидиана. А то тут это, наверное, как я тут падаю, как я тут все делаю, вам, наверное, будет неинтересно. Кстати, вот можем дойти вот это вот еще взять. Так. А! Банзай, 23 опыта. Респаун. Респаун. Так. Телепорт, дед, ремов. Так, ладно, мы повторим. Я эту штуку хочу. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, это самое. А, да. Хочешь, бери, только возьми вот это вот. Раз, два. Блин, не два, два стека. Да. Так, алмазы скинем. Редстоун скинем. Лава кристаллы скинем, это скинем, это не знаю, скинется ли. Так, это сюда, слайм не тут, это вот сюда. Это все у нас еда, у нас еще, кстати, тут всякого полезного. О, золото, золото, сильвер. О, у нас даже сильвер появился, Джон Сильвер. Так, это. Мосси, так, Мосси сюда. Четыре глаз блок. Ладно, извините, сюда, сюда. О, это дерево, это у нас тут живет. Так, растение, 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 растение. Так, еда у нас вроде бы как есть. Так, сильвер пошла, золото пошло, приняла. Бричвуд это не примет, это надо разбивать. Так, камни есть, золото у нас вроде было 8 штук. Ух ты, как много. Так, это сюда, это сюда. Вот, почти что все раскидали, что не надо. Так, дерево сюда. Что примешь? Камень принял, акация не пойдет, айс не примет, это примет, это примет, это тоже приняло, этим можно, ладно, не нужно. Ладно, все такое нестандартное сюда, сноу, блин, у меня сноу был, а я протупил. Вот, ну что, идем по вторая попытка попробовать забрать вот тут вот два блока. Банзай! Есть контакт. Ну, сейчас то проще будет, не надо будет прыгать. Раз, два, три. Золото бери. Не, вот золото забрать надо. Как ни крути, а золото, оно и в Африке золото. Блин, еще алмазы, хотя мне надо обсидиан. Вот.
Так, этот идем сюда. Алмазы. На фортуну не сработало. Вау! Оу-е, детка. Оу-е. Силк-тач. Айс, силк-тач. Ну и вот он, алмаз. Так, что-нибудь у нас там полезное было. Не алмаз, а этот самый обсидиан. Обсидиан я могу забрать только это кирка, наверное. Ломайся. Эффект. Пикакс обсидиан. У меня написано кобальт. Что он ломает, не ломает? Ой. Ну. Yes. Обсидиан. Так, где еще тут обсидиан? Ага. Во-первых, у нас есть вот это вот. О, там. Там медь и обсидиан. Я хочу и то взять. Так, медь, иди сюда. Вот, еще медь, иди сюда. Ага. И что я хотел? Еще ящик где-то увидел. Из-за этого я туда пошел. Где его увидел? А, во. Лава-кристалл. Так, ты иди сюда. Тыква, что у вас под низом было? Ничего не было интересного. Так, вообще-то надо сапоги одеть, а то я теряю как бы прочность. А! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй, нет! Фу! И еще он пустой. Ну, блин же ж. Ясно. Вон он, обсидиан. Ладно, на этом, наверное, пока не все. Я похожу тут, пособираю обсидиана. 10 штук. Вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, в общем, полажу, пособираю и вернусь.